Добрый день, друзья! Это снова мы. Добро пожаловать на наш канал. Сегодня погода такой себе. Не холодно, но такой небольшой, как бы дождик, что ли, накрапывает. Ну, мы минут пять погуляем, вот травушки покушаем, попасемся, да домой. Вчера вообще не гуляли, Наташа говорит. Некогда было. У нее много тоже забот. А я 2 дня на работе был. Вот приехал, тут же сразу с ним побежал гулять, все. Сегодня хочу еще один такой гамачочек второй сделать. Один сделал ему, второй сделаю Марусечке нашей. Еще кусочек такого одеяльца есть. Одеяльце старенькое, но оно верблюжье, с верблюжьей шерсти. Очень теплое, довольно-таки хорошее. Должна понравиться Маруське. Ну и будет у них 2 одинаковых гамачка. Один у него, один у Маруськи. Собачки к себе забежали и не хотят выбегать к Гошке встречать. Собаки! Вы где? Рокси тут. Основная стая в доме не хочет выходить. Вон щелка есть. Вот как попал папка на выходные как раз дома, Гош. Субботу, воскресенье будет папа дома. Ой, наснимаем всяких видео, да? О, Фиф, ты осмелилась к Гошечке подойти, да? Ты осмелилась. Ну, пошли вокруг дома прогуляемся. А он в дом, друзья. Не обижай, не обижай, не обижай, не обижай. Рокси, ну пусти его, пусти, он хочет пройти, посмотреть. Заходи, заходи, Гош, смотри, что там у них. Где кутята, где что, пойди посмотри. Все, ты сдался, Рокси, да? А это Ночка. Ночка другая собачка, она не будет так делать. У нее характер другой совершенно.
Чё ты замер на одном месте? Пойдем куда-нибудь, заходи. Заходи. Заходи, заходи. Где кутята? Маленькие, где кутятки? Кутяточки где? Вон они. Вон они. Все, Гош, домой? Домой пойдешь? Заходи домой тогда. Заходи, мой маленький. О! Ну, конечно, мать заругает, что ты в башмаках залез на обувь, на диван. Сейчас выключим. Мой зайчик. Мой зайчик. Что ты там нашел? Что там? Что там? Конфетка, ясно. Такая это. Ты ее сможешь раскрыть? Давай папа откроет, даст тебе, давай. Конфетку нашел, Наташа. Можно ему? Давай откроем. Он сам. Нашел его добыча. Ну пусть подносит место. Он, конечно, любит сладенькое, но мы не даем много, да, Зай? Давай, мама поможет. Все, сам. Моя добыча, конфетка. Вкусненькая-то какая. Чаек попей. Утром чай тоже пил, любит чай. Все, съел конфетку. Нету, пусто. Ну, понятное дело. Понятное дело. Все, передаем подписчикам пламенный привет. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего вам, доброго дня, пока-пока.